я купил ресторан в Париже. Увидеть Париж. Надеюсь, тут вид хотя бы хороший. И открыть ресторан. Благодаря Луи мы теперь будем рестораном для секс-меньшинств. В нашем ресторане состоится ужин между президентами России и Франции. Ну, артист, ты мне за этот концерт ответишь. Я твою харчевню закрываю. Будешь чебуреки на вокзале продавать. Дмитрий Нагиев. Мерды, мерды, Виктория, а? Олег Табаков. То, что он съел твое блюдо, это уже достижение. Дмитрий Назаров. Как же меня достали ваши мексиканские страсти! Марк Богатырев. Город любви, романтика, красивый парижан. Елена Подкаминская. Свадьба отменяется! В фильме «Кухня в Париже». Сегодня в 21.05 на канале «Дом кино».